Дорогой центр гипноза, дорогой Тимур, я хочу поблагодарить за это обучение, потому что понятно почему, потому что это супер, это просто супер. Такая распаковка личности на таком уровне, ее, наверное, никто не производит. И очень круто, как вы людям помогаете делать самую главную задачу, вспомнить, кем мы являемся на этой земле. От всей души, от всего сердца хочу поблагодарить, пожелать развиваться центру, открывать свои филиалы, эфирные, астральные, ментальные, физические филиалы, в общем, пускай они будут везде существовать, и чем больше людей будет этому обучаться, тем, мое мнение, мир светлее будет. Ну вот так, поэтому благодарю от всей души, спасибо огромное за обучение. Мне все очень понравилось, все супер профессионально, с углублением на все сферы, очень классный ты ведущий, с юмором. Нету монотонности, никакого напряга. Похохотать с интерферентов – это действительно вот то, что я люблю тоже в своей работе. Поэтому это очень круто все. Благодарю, да. Благодарю. Спасибо тебе за все огромное. Спасибо. Благодарю слиперов тоже. Очень интересный опыт, как девчата видят все. Благодарю всю группу, ребята. Всем желаю успехов. Пускай жизнь на физическом плане идет в самую лучшую сторону. Все получается пусть легко, и пускай светлые силы всегда будут с вами синхронизированы. Вот так. Я хочу поблагодарить. На самом деле мы все проделали путь, чтобы дойти сюда, и наши ожидания, мои ожидания, они все оправдались. Это еще одна наша грань, и приходит понимание того, что почему все это вообще происходит. Учитывая, что профессия моя достаточно материальная, доктор, и когда ты соприкасаешься с вот этим всем, вначале мне хотелось сказать, бред лечит. Мне хотелось все полечить. Бред лечит. Но в дальнейшем, да, когда ты изо дня в день ты эту информацию слышишь, на самом деле вот у меня было ощущение, что ты как капуста раскрываешься. Это вот такая распаковка идет, и вот это ощущение легкости и счастья, вот ничем не заменишь, вот такой любви ко всем, тяжело достигнуть вот в обычной вот жизни, вот когда ты умом все контролируешь, поэтому благодарю всех, благодарю группу, вас, Тимур. Я, когда был мой прямой эфир, думала, какая же внешность у человека с таким смехом. Надеюсь, оправдал. Классно, классное обучение, на самом деле, доля юмора, все это балансирует, гармонизирует и облегчает восприятие этого материала. Спасибо. Я хочу практиковаться, на самом деле. Забыла совсем. Я хотела поблагодарить Павла и Наталью, потому что настолько вот они в нас вложили, да, вот вложили столько любви, такая вот энергия теплая, такая обволакивающая, какая-то вот отеческая, материнская. Вот честно, вот я вот говорю, мамка родная Наталья наша. Вот настолько, да, вот такие проводники, это вот просто чудо. Настолько нам было комфортно, такое доверие. И вот это вот доверие, да, вот первично сложившееся, и оно уже вот навсегда, вот доверие вот всем этим энергиям и доверие себе, прежде всего, когда ты это все стараешься увидеть. Я благодарю вас за ваш вклад. Вот сколько вот говорят же, сколько ты отдаешь, столько и приходит. Пусть все это приходит, да, хорошая ваша жизнь. Благодарю. Огромная благодарность центру гипноза. Это что-то просто неимоверное. Отдельная благодарность Тимуру. Вот мне всегда по жизни везет вот с хорошими преподавателями. И Дарю. Вот Тимур, я Тимур один из них. Вот я очень рада, что вы встретились на моем пути. И я получила эти просто... Это сокровище, это не просто знание, это просто что-то... Это сокровище. И я очень сильно вам за это благодарна. Благодарна всем, всей группе, каждому за поддержку. Все такие светлые, все такие вот... Всегда можно обратиться за помощью. Роман — это вообще отдельная тема для меня. Он просто такой человек, который меня больше всех поддержал. И каждому. Инна прекрасная просто. Так помогла мне раскрыться. Этот голос, вот это вот ободрение. «Давай, Настя, ты можешь, ты такая». И вот это просто... Самое сердце благодарно очень сильно. Да, ребята, это действительно, это стоящая энергия.
Это нужный материал для всех. Это нужное состояние для всех. Я понимаю, что я есть любовь. Я понимаю, что мы все есть любовь. И как нам ее распознать, только обучившись? А как мы сможем этому обучиться? Прийти туда, куда вас поведут. Придите в центр экзогипноза Тимуру. Он действительно даст вам то, что вам нужно. И поведет Благодарю. Вас прямо туда, куда вам нужно. Вы даже не представляете, чего вы приобретете. Меня так распаковали. У меня первая жизнь на этой земле. Я об этом узнал. И мне было тяжело. Но благодаря Тимуру меня распаковали, я распаковался, и я понял, кто я. И меня на остальных чистках видели аж 2 раза, потому что я действительно там присутствовал. Я видел там и Татьяну, и Тимура. И ой, это не объяснить. Это просто не объяснить. Нужно довериться себе. Нужно довериться грамотному учителю. Тимур, я тебе очень благодарен. Я благодарен всей своей астральной семьи. О, Мариэль мне даже говорит благодарю. Мой старший брат мне говорит тебе благодарность. Во благо вам. Благодарю вам, ребята. Благодарность вам большая. Благодарю за такие слова. Спасибо. Я хочу выразить огромную благодарность Центру гипноза и Тимуру за эти знания полученные. Я не первый год, далеко не первый год в эзотерике. Я как бы даже не ожидала, что меня что-то может удивить, скажем так, в эзотерике. Но тут настолько огромный пласт информации был получен, и такое было ощущение, что это просто вот какой-то огромный пласт знаний, который закачался за эти 6 дней. И такое чувство, что я просто еще пока не могу даже осознать вот этого всего объема этой информации, которая будет распаковываться, ну, как бы в дальнейшем. Ну, я очень рада, что я узнала эту информацию, и как бы она меня очень заинтересовала, и я чувствую, что это будет огромная поддержка, ну, для меня в моей работе с людьми. Я, ну, огромное спасибо за легкую, такую доступную подачу информации. Все было просто супер, доступно, легко и очень-очень полезно не только новичкам, но и тем, кто не первый год в эзотерике. Я когда сюда шла, мне прям было много сомнений было. Я никогда ничем не занималась. Я когда слушала тоже, кто прошел предыдущие группы, я думала, ну что же они все что-то знают, что такое чакры и так далее, и так далее. Я же такой балбес буду здесь. И я так рада, что... Ну, здесь было все доступно для таких вот, как я, начинающих. Я повторюсь, я тоже говорила вначале, что я не ходила никуда, ничего не узнавала, потому что я не чувствовала, что там мне дадут что-то правильное. Вот именно просмотрев, наверное, 2 ролика только, я сразу же поняла, что я хочу туда, я вижу, как крутые ребята, что они делают, и я хочу это познать. И большое спасибо Павлу, Наталье, Тимуру, всей команде Центра гипноза за ну, такие знания, за такую возможность. Вчера вот я прошла чистку, я просто, наверное, летала, у меня тут столько энергии, даже на физике я чувствую. Я все время ходила, сутулилась, у меня болела спина. Я сегодня хожу и не могу нарадоваться на себя, что я... Впервые за долгое время хожу просто с расправленной спиной, без как бы нагрузки на спину, да, я ее не заставляю распрямиться, она сама, я просто балдею. Раньше, когда вроде стараешься держать спину, но ты идешь и краем глаза видишь в витрине свой профиль, и ты видишь, что ты идешь, вот, ну, сутулишься, и ты не можешь ничего сделать с этим. А сегодня я хожу прямо с расправленной грудью. Это я прям уже на физике вижу, это как это все. И у меня энергия. Я сегодня сделала столько дел, параллельно слушая, как загружаются другие. Я просто незапланированно сделала столько дел. Поэтому я уже чувствую вот эту энергию. И тут же хочу практиковать. Есть сомнения, есть как бы неуверенность, но есть группа отличная ребят, которые, думаю, поддержат. И мы все справимся и сделаем. Благодарю. Во благо для всех людей, я так думаю.
Благодарю. У меня вот очень много чувств, да, я хочу сейчас выразиться, но у меня словарный запас не хватает. Наверное. Как хочешь, не расслабься, главное. Не важно, не нервничай, очень нормально. Благодарна судьбу сначала, потому что я даже случайно, да, сюда попала. Это было шок для меня. Вот. Только уже с месяца марта я хочу сюда попасть, да, участвовать в тренинге и мечтаю об этом только. У меня не было времени. Вот я не жалею, очень рада. Да? Вы как очень спасибо всем, Наталье, Тимуру и Павлу, и всем ребятам здесь я. Не знаю, что сказать, я очень рада, вы все информации, я даже, я чувствую, сейчас чувствую, уже мой, мое тело взорвется, да, с волнением, потому что каждый день вот эта энергия, я чувствую на себя, вот, сижу вот 6 дней подряд, вот так сижу целыми днями, вот это для меня уже, я, вот, как я говорю, вот до этого года, 35-го, я буду скоро 35, у меня будет, вот до этого я никогда не чувствовала такая радость и волнение, да. Вот, я очень рада, спасибо вам, ребята, я очень благодарна всем, и я вас всех люблю, просто. Спасибо огромное, что меня привели моя семья духовная. Чтобы я их почувствовала, чтобы я с ними сошлась по полной, и что я приобрела семью еще и на физическом плане, свою группу. И спасибо за Тимуру. Ребята, если вы сомневаетесь, тут Тимур выкладывается даже не на 100, наверное, на 1000000%. Он в нас так, во всех, в нас так всех вкладывал, что прямо аж рвал, вот и думала, что он сейчас вылетит вот из экранов и будет нам тут вдавливать. Настолько он хочет, чтобы мы достигли своего истинного состояния внутреннего. Наташа очень-очень классная, Наташа, слипер. Павел очень хороший, спасибо огромное центру. Я начну слегка сдалека, чуть-чуть, но очень коротко закончу. Спасибо моей жене, потому что вообще вся эзотерическая часть пришла ко мне от нее. То есть она является перепроходцем. Агрита, да. Агрита, да. Вот. Большое спасибо ребятам, классные все, вся группа, за поддержку, за то, что все такие открытые. Очень приятно, что тебя не стесняются и говорят с тобой. Всегда это очень радостно. Спасибо всем слиперам, которые участвовали, те, которые в центре, которые помогают вести этот курс. Вот, это очень важно, потому что я подойду к тому, что спасибо, Тимур, потому что создавать что-то, такие центры, и вообще создавать что-то. В моем опыте это есть, и я знаю, что это очень и очень тяжело, поэтому я понимаю совершенно работу, какая за этим стоит работа. Иногда она не видна впрямую, но сколько сил и всего туда уходит. Поэтому огромное спасибо тебе за возможность присутствовать в этих мирах, видеть их и стараться раскрывать в себе это. Вот. И скажу последнее такое, что спасибо за эту ступень в моей жизни, за очередную вот такую сильную ступень в моей жизни, потому что все ступеньки, как мы знаем, ведут наверх. И вы являетесь частью этой лестницы, которая всех ведет наверх. Ура. Спасибо большое. Я немножко, конечно, под впечатлением, но я хочу выразить большую благодарность Тимуру и его команде. Благодарю. Вы делаете очень большое дело, вы пробуждаете души, это сейчас очень важно и необходимо всем.
Тимур, я благодарю за твою энергетику. Я ее чувствую даже когда сеанс заканчивается, даже учеба заканчивается. Здоровья всем, всем сил и всегда поддерживать высокие вибрации. Этому я научилась у Тимура. Спасибо всем большое. Благодарю всех. Я хочу сказать большое спасибо Тимуру за огромное знание, которое мы получили, его команде Павлу и Наталье, школа гипноза имени Якова Брюса. И несмотря на то, что за 6 дней информации было дано, казалось бы, большое количество, она все равно вся укладывается, потому что она структурирована, потому что обучение проходит с юмором, потому что человек профессионал своего дела, и он благодарю. Знает, что он делает. Тимур, тебе особая благодарность. Благодарю. Наша группа уникальна, как и любая другая группа, но так как я хочу сказать спасибо каждому участнику нашей группы, каждый пришел со своими или по своей причине, или со своими целями, и ни один не остался без ответа. Все получили ответы на свои вопросы. И в связи с этим я хочу сказать тем людям, которые еще не знакомы с тем, что такое экзогипноз, не знакомы с этим течением, слушайте свое подсознание, слушайте свой внутренний голос, слушайте себя, и вы сами себя никогда не обманете. И ваше внутреннее «я» приведет вас на тот путь, которым вы должны идти. Благодарю всех. Я очень рада, я очень благодарна, что попала в эту группу. Вообще в этот центр, к Тимуру, к команде его. Я очень рада, что меня почистили так, что сняли какой-то груз с плечей, что во мне открыли любовь всеобщую. Я почувствовала всех энергию. Ну, не всех, но в основном. Раскрыли какой-то талант, хоть маленький. Я очень благодарна тому, что в этой группе происходит не только со мной, а с другими, можно сказать, со всеми высшими существами. Это так все неожиданно. Была какая-то доля скептицизма, но что происходит, и это может происходить с любым и с каждым, я в этом уверена, что в каждом могут найти каких-то посторонних существ. И сущий. Давайте их все вместе уберем. Войну не будем открывать, а так потихоньку, ласково, нежно, с любовью. А для этого нужно просто прийти в нашу же родную школу, я надеюсь, родную, и которая останется нам родной на всю жизнь. И все вместе почистим мир и поднимем вибрации у всех людей. Я благодарю. Очень благодарна.